Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Alcatel 1-2022, и сейчас я покажу вам, как устанавливать приложение из неизвестных источников на данное устройство. Для этого открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Приложение» и далее выбираем «Специальный доступ», после чего проходим вниз и нажимаем «Установка неизвестных приложений». И далее выбираем источник, которому разрешим устанавливать приложение. Например, пусть будет Chrome. И нажимаем здесь на галочку. И таким образом мы разрешили установку неизвестных приложений. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.